Франция всегда будет на стороне национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии и считает ее единственным легитимным представителем сирийского народа. Об этом заявил французский президент Франсуа Олланд по итогам состоявшейся в Париже встречи с новым председателем этой оппозиционной сирийской организации Ахметом Джарбой. Мы намерены поддерживать коалицию, помогать ей во всех возможных контактах, чтобы снабдить ее всеми необходимыми элементами, которые позволят ей подойти во всеоружии к конференции, которая, наконец, политически урегулирует вопрос о будущем Сирии. Мы говорили о доставке гуманитарной помощи по специальным коридорам, о политической поддержке со стороны Франции в Европе и в рамках Организации Объединенных Наций, сказал Джарба. В пятницу в штаб-квартире ООН по инициативе Великобритании состоится встреча членов Совета Безопасности с делегацией сирийской оппозиции, одной из целей которой станет обсуждение подготовки к проведению второй международной конференции по Сирии в Женеве.